Брукхейвен вышло обновление, и я скорее, просто сию же секунду отправилась снимать видео и показывать вам эту обнову. На самом деле говорят, что обновление так себе, но кое-что странное я уже здесь заметила, и хочу вам, конечно, скорее это все показать. Так, ну что же, мы в самом начале, и давайте посмотрим, что у нас здесь апдейтнулось. Новые РП-сеты, какой-то фитнес-центр у нас, я так понимаю, появился, надо будет его посмотреть. Потом у нас какие-то, что-то новое связано с аватарами, новая работа и какие-то маленькие вещи. И у нас, конечно, появился новый дом. Бежим, ребят, смотреть, потому что дом очень-очень странный. Во-первых, нужно будет найти этот фитнес-центр, посмотреть, где он находится и что это вообще за место такое. Но для начала я бегу, чтобы показать вам скорее этот новый дом, потому что странный он, просто не передать словами насколько. Интересно, а куда, где поставили этот фитнес-центр? И вообще, все ли я правильно поняла и поставили его вообще? Ну, вроде как да. Ну что, я уже добежала. Так, пока фитнес-центр я тут нигде не вижу. Я сейчас поставлю новый дом и давайте его посмотрим. Потому что дом реально очень-очень странный. Так, вот он у нас. Он у нас один. Отбегаем, как всегда, подальше, чтобы посмотреть его полностью. Ребят, посмотрите, это дом. Он вообще похож на тюремную камеру. Это действительно какая-то тюремная камера. Вы просто посмотрите. Или это какая-то военная база? Влад предполагает, что это какая-то военная база. Я почему-то больше склоняюсь к тому, что это... что-то тюремное, потому что то, что внутри, меня совсем не порадовало, и это далеко не уютное семейное гнездышко. Забегаем, смотрим. В общем, у нас здесь гараж. Как вы видите, у нас по всему дому идет вот такой вот забор и вот такие вот лазерные какие-то штуки. Это вообще все очень странно. Я так понимаю, что это у нас что-то типа гаража. Это у нас дворик. Я так понимаю, тут заключенных надо выгуливать, потому что это жесть какая-то. Что вот это такое, я не понимаю. Так, тут у нас все с какими-то лентами. Блин, это реально просто какая-то тюрьма. А тут у нас... тут у нас ничего такого нет, да? Так, да. Да, тут у нас ничего такого нет. На этом дворик наш заканчивается. И я предлагаю пройти вовнутрь, посмотреть на этот ужас. Так, здесь у нас душ, как вы видите, он и туалет, как вы видите, он никак не огражден ничем, тут нет стен, тут нет дверей, то есть ты как бы тут спишь, а тут булькаешь на туалете, кайф. В принципе, все как в тюрьмах, обычно в тюрьмах так все и стоит, в одной камере и кровать, и туалет рядом, вот здесь то же самое. Здесь у нас 4 кровати, что дальше? Ребят, вы видите, здесь какое-то число 500, и я так понимаю, что это, ноль вопросов, это 500 килограмм, да, нифига себе, я качиха. Так, ладно, так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас стенд с оружием, тут у нас небольшой спортзал, тоже оружие, шкаф с едой. Еда, кстати, далеко не тюремная, ну хоть что-то здесь нормально. Микроволновка и все. То есть, как вы видите, здесь нет кухни, здесь столько, можно разогреть еду. В общем, все это очень странно, и зачем вообще такой дом сделали? Здесь действительно все сделано для того, чтобы держать заключенных. Хотя телек достаточно неплохой для тюрьмы. Так, тут я выбегаю во двор снова, да? Да, тут я выбегаю в гараж, во двор. А здесь что? А, ого, здесь у нас тир. Я так понимаю, здесь можно стрелять. Хорошо, понятно. Просто тут я еще просто не успела обижать весь дом, потому что обновление вот-вот только вышло. Так, давайте посмотрим дальше. А, здесь у нас нет второго этажа, точнее у нас есть, я так понимаю, что это крыша. Поэтому я предлагаю сначала спуститься вниз. Давайте спустимся вниз и посмотрим, что у нас здесь. Ребят, пишите в комментариях, пока что меня этот дом очень сильно пугает. Тут у нас, как вы видите, камера. У нас просто здесь камера, без кровати, без всего. То есть здесь просто туалет и все. И клетка. Вообще ужас какой-то, если честно. Так, это у нас свет. Я все проверяла. Ребят, сразу скажу, никаких секреток я не нашла, к сожалению. Так, это у нас камин.
Никаких, к сожалению, секреток я пока здесь не нашла, но я хочу, очень хочу их найти. Если вы, может быть, нашли, пишите уже, мне можете писать в комментариях какие-то секретки, я обязательно сниму тогда еще одно видео по этому дому. Так, давайте пройдем дальше. Здесь у нас также оружие и просто стол, больше ничего нет. Вот эта комната просто какой-то полный капец, тут целая лаборатория, да, какая-то. Куча индикаторов горит, я не знаю, это какой-то просто шок. Что вот это такое, я не знаю, и здесь какой-то баг, как вы видите, я просто вишу. Что это? Я, если вообще ничего не понимаю, очень странный дом, от него только 1000 вопросов появляется, куча каких-то индикаторов. Вот эти какие-то непонятные штуки, вообще, я не знаю, похожи на какие-то ракеты. И что меня больше всего напугало, это вот то, что у нас внизу. Спускаемся. Вы посмотрите, то есть тут еще какой-то гигантский спуск вниз. Мы спускаемся, и что мы видим? Ничего здесь нет. Очень непонятно. Тут ничего вообще нет, ничего. Я обижала все вот эти стены, хотя вот это вот... Вот вы, может быть, видите, вот здесь какая-то полоса, то есть здесь как будто какая-то, может быть, дверь, но я как-то пыталась уже залезть, и вообще у меня ничего не вышло. Может быть, там и есть секрет, а я пока поднимаюсь наверх, то есть я не знаю, это какая-то реально секретная база, может быть, что-то такое. Так, это у нас вот такой вот низ, да, а что вот здесь? И здесь тоже ничего, здесь просто какой-то коридор. Блин, интересно, какие здесь секретки? Мне очень интересно. Секретки здесь по-любому есть. Вот просто по-любому. Здесь как бы даже без вариантов. Ну а пока я буду подниматься на третий этаж, на самый верх, на крышу. А, так, стоп. А, давайте посмотрим, что у нас вот здесь. Ага, здесь еще какой-то класс. И типа здесь можно учиться. Стулья. Но знаете, нет, это даже больше не на класс похоже, а на какую-то комнату... я не знаю, допросов, где, может, каких-то заключенных будут чему-то учить. Уму-разуму. Так, я провалилась самый вниз, давайте еще раз поднимемся. Так, и поднимаемся на самую крышу. Что ж у нас тут на крышу? Ага, у нас тут вертолетная площадка есть, отлично. Я клянусь... А, вот что я видела. Здесь у нас пушка. Тут у нас просто можно палить по людям. Но она, конечно, не стреляет. Очень странный дом. И, если честно, я бы еще с удовольствием посетила бы фитнес-центр. Но я думаю, что это я оставлю напоследок. Ребят, пишите в комментариях, как вам это обновление, как вам вообще вот этот дом. И обязательно, если вы нашли уже какие-то секретки, пишите, я сниму отдельное видео.